В отличие от своих морских собратьев, гидра – существо пресноводное. Изредка удается видеть, как гидра, изогнувшись дугой, прикрепляется к растению ротовым концом. Так она движется путем кувырканий, прикрепляясь к водоросли то одним, то другим концом своего тела. Питается она мелкими водяными рачками, дафниями. Гидра захватывает дафнию гибкими щупальцами и тащит в рот. Рот растягивается, и гидра глотает дафнию целиком. Под действием пищеварительного сока проглоченная добыча превращается в кашицу и усваивается организмом. Гидра обладает потрясающей способностью регенерации, как, впрочем, и все кишечно-полостные. В результате активного деления промежуточных клеток восстанавливаются утраченные части тела, щупальца, подошва. Вскоре каждый из кусочков превращается в новую маленькую гидру.